И всем привет-привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик и Дима. Дима, привет. Всем привет. В этой серии мы строим Крымский полуостров, Крымский остров точнее, и будем выживать на нем. Здесь установлены моды Ore Spawn на динозавров, вот видите, там плавает ящер. Ну, он безобидный относительно, но тут еще есть кракены, стрекозы всякие. Дима, давай, короче, дуй в шахту, добывай там все ценное. А я... Оставь. Не надо ничего там трогать. Я все сделаю здесь. Я просто здесь переплавил кучу песка. И я сделаю стеклянный купол вокруг нашего острова, чтобы нас не убивали кракены. Здесь очень много кракенов. Это огромные осьминоги, которые, блин, вообще жесть. С ними лучше не связываться. Ну, еще у меня куча там... Вот смотрите, что у меня в инвентаре. Какие ресурсы. Вот все самые ценные ресурсы мира. Я их пока что ношу с собой. Потому что сундуки как-то я не сделал. Надо сейчас сделать. Но сначала, я думаю, нужно обустроить остров. Господи, боже мой. Почему я всегда так криво строю? Ну еще у этой брони такая особенность. Она дает, короче, возможность подводного дыхания. То есть, ну не то что полностью. Но жизнь медленнее уходит под водой. Не то что у Димы. Который вместо своей шахты пошел в другую, да? Да. А у тебя как дела там внизу? Что добываешь? Пока еще ничего не добыл. Вообще ничего? Даже булочник? Почему? Родстоун тут? Я у Димы вечно забираю его булыжник, потому что мне нужно для строительства дома большое количество булыжника. Дима недоволен. Да? Почему я доволен? Да. Ну ладно, я шучу. Не было такого, чтобы недовольство он высказывал. У меня тут текстурпак, кстати, установлен. Ссылку на его скачивание ставлю под видео. Также описание этого мода и ссылку на скачивание мода тоже под видео вы найдете. Ну, кто хочет играть и так далее. И еще небольшую заметку скажу для тех, кто хочет со мной играть, сниматься и так далее. Так, чтобы сниматься, вам, у вас должен быть установлена моя сборка модов. Вот это, Ore Spawn мод и другие. Сборку, ссылку на скачивание сборки вы найдете под любым моим видео практически. Что еще? Вы должны уметь играть через Хамачи очень хорошо и устанавливать эти моды. В принципе, все обучающие видео поэтому у меня есть на канале. То есть, как установить моды. Там, ну, скоро я сделаю видео, как играть в сетевую игру через Хамачи. Ну, возможно, сегодня, возможно, завтра. Все зависит от того, от настроения. Ну и от того, сколько комментариев с просьбами сделать это видео, вы оставите под этим видео. Тоже очень многое зависит. И от лайков, конечно. Лайки — это огромная мотивация для съемок нового видео. Если люди ставят много видео под лайком, ты понимаешь, что они, им нравится это видео. И тебе хочется снимать еще и еще. Вот поэтому мне нужны лайки. Ой, смотрите, меня стреляют осьминоги мелкие. Они меня слепили. Димыч? Да. У меня темнота. Отравили меня мелкие твари. Я как раз про лайки рассказывал, они меня застрелили. Ну, в общем, почему нужны лайки на YouTube? Скажу вам честно, лайк... за лайки вы ничего не заработаете. Это бесплатно. Они просто дают понять, что вот это видео интересное. Мне нравится это видео. И как будто ваши подписчики вам говорят, вот классное видео, спасибо тебе, Турбоёжик. И хочется снимать больше видео. Это огромная мотивация вообще. Ну вот Дима не ставит лайки, да? Я только ставлю. Один лайк под одним видео. Нет бы 3-4 поставить сразу, да? Я не знаю, как ставить много лайков. Не, ну я шучу, конечно. Дима один из моих активнейших подписчиков. Он ставит так много лайков, что я сам бы никогда бы не смог бы поставить никому другому. Это просто вообще ужас. 4 сундука нам хватит пока, да? Хватит, конечно. Не умничай, нужно 6. 5. 6 сундуков, я думаю, хватит. Я же лучше разбираюсь в сундуках, Димыч. Так, а короче, я сделаю так. Вот это будет остров. По крайней мере, первоначальный его вот объем будет именно вот таким. Мы, конечно, сделаем его на один уровень выше, чем все остальное, но пока таким. Так, вот в этом углу сундук. Здесь будут что? Нет, сундук не должен быть в углу. Сундуки должны быть посередине. Вот, вот в этих углах. Вот здесь сундук. Вот здесь сундук. Вот здесь сундук. И все. Ну, короче, смотрите.
этот сундук. Здесь будут храниться самые ценные вещи, ураниум, титаниум, которые пока мне не нужны. Ну, в общем, самые ценные и дорогие вещи. Вот золотые яблоки, кости, что еще? Все, пока что. Вот здесь будет храниться булыжники, вот то, что вот такое, знаете, сырье, древесина, почва, все такое. А здесь будет храниться мелочь, вот еда, там рыба, семена, все продовольствие практически, саженцы. Вот это тоже я сюда скину. Хотя не, это не сюда, это не еда. Вот это тоже, не, это тоже в другое место нужно скинуть. Вот таким вот образом пока что, пусть будет. Так, из еды мне нужно немножко, чтобы поесть себе. Вот рыбу возьму, пожарю. Я вот так заберу отсюда. Я все стекло забираю из печек, Дима. Да, да. А ты что молчишь? Грустный такой стал. Нет. М? Нет. Тебя кто-то обидел? Нет, никто меня не обидел. Скажи, я его побью. Нет, нет. Молчит там. Если это твой брат... Я ему все скажу. Я его найду бы в этом Урюпинске. Он еще поплатится за то, что тебя обидел. Это твой брат обидел тебя, да? Да нет, все нормально. Да? Ну, уши ему поотрываем. Знаешь, сколько здесь подписчиков? У меня 35 тысяч подписчиков. Мы все вместе как соберемся, ему так уши поотрываем. Будет ходить как Шрек с трубочками вместо ушей. Если будет обижать нас, наших подписчиков и Диму. Так, ладно, я, короче, сделаю вокруг стеклянный вот такой купол. Ну, стеклянный как бы дом, крышу, можно сказать, защита это будет. Ну и так, чтобы мы видели, все красиво было. Я думаю, это будет красиво смотреться. Когда Дима вылезет, скажет, вау, смотрите, он сделал защиту. Не зря этот трубоежик лайки каждый раз получает, да? От Димы. Вот эти динозавры тоже здесь плавают, меня они смущают. Хотя они безвредные, но их рожи такие, что, блин, мне не хочется. Вот. Дима умер и просрал все ресурсы, которые я ему давал. Да? Ну, бывает. Вон он, видите, на берегу. Ползет. Ну ладно, иди сюда. Вот поэтому я ему не хотел, не хотел давать так много ресурсов. Дождь пошел, кракены! Смотри на небо, где-нибудь могут появиться кракены. Тогда нам срочно нужно будет уходить в шахту, спасая свои драгоценные попы. Понял? Да, да. Потому что обычно после дождя сразу кракены появляются. Ну, часто. Очень часто появляются кракены. Они очень злые, опасные мобы. Вообще, это жесть. Короче, где бы ты там ни приперся, смотри, сломай стекло посередине. Не в углу только, не в углу. Вот видишь, здесь два стекла. Одно сломай и проходи в серединке, да. Ломай. Он ломает мои стекла. Собираешься ломать? Нет, не ломай. Ну да, я хотел тебе уже сломать. Дверку. Все нормально, не парься. Вот, теперь придется сейчас дерево. А где кракены? А кракенов пока нету, ну ничего. Я сейчас закончу, короче, все это. А, у тебя ресов нету. Вон в сундуках есть ресурсы. Ты куда пошел? Добывать. Куда добывать? Иди сюда. Да я все потерял уже. Ну вот в сундуках есть ресурсы. Создай себе кирку, там все что хочешь. Только и будь в пределах шахты, в пределах нашего домика. Здесь безопасно. Не надо лазить где-нибудь там далеко. Бери сколько тебе надо, скрафти все, что тебе нужно. Я помню, туда и древесину оставлял, и все остальное тоже. Блин, мне нужно достать из печки еще стекло. Потому что стекла у меня уже может не хватить даже. Надеюсь, хватит. Смотрите, как много стекла нужно, чтобы защититься от кракенов. Если у тебя реально нету досок, вот можешь загриферить вот то, что я сейчас ставлю, и сделать из них палки и инструменты. Ты куда ушел?
продолжать в шахту копаться. Угу. Окей, ладно, будь осторожна, не надо умирать. Да, хорошо, Дима. Там алмаз был, я начал. Да не копать. Нужен тебе алмаз, алмазы здесь не самый дорогой цельсос. Они как железо, не дороже. От скелета умер, убегая в лаву упал. У тебя же алмазная броня, чего ты скелета-то боялся? И учти, у нас еды очень мало. Вообще капец. Надо... А ты хочешь стать фермером? Ну, хотелось бы. А, Димыч? Хотелось. Давай, становись. Есть шанс. Я, короче, делаю высокий этот крымский купол, чтобы здесь можно было еще и деревья посадить парочку хотя бы, чтобы древесина у нас добывалась и такое. Так, все, я думаю, теперь можно делать крышу. А крышу мы будем делать как? Как-нибудь. Ну, давайте просто закроем крышу вот так. Наверное. Ну, как обычную крышу делают, так и сделаем по кругу. Если Дима не против. Дима? Я не против. Ты кирку сделал? Да, железную. Откуда у тебя железо? Да тут много железа. Как ты его успел переплавить? А, я там в печке в шахте оставил, там железо. А, понял, молодец. Я помню, что у меня всего 2 слитка железа оставалось. Я думал, он неужели взял? Как он из 2 слитков еще, я думал, успел сделать кирку. Там же 3 слитка нужно. Да, Дим? Да. Не, Дим молодец. Скажи, Дим, я молодец. Да, я молодец. Дайте мне Нобелевскую премию. Дайте Говори. Мне Нобелевскую премию. Ага, перебьешься. Не, не перебьешься, да, Дим, если сделаешь какое-нибудь важное открытие. А я медленно делаю крышу, завершаю постройку Крымского полуострова. Острова. Крым это остров или полуостров? Кто знает? Дорогие друзья, напишите в комментариях. Вот такой большой, огромный стеклянный купол я делаю здесь. Ну, не самый, что ли, прям огромный, но нам хватит для жизни вдвоем. Мы здесь успеем и посадить все, что нам нужно, и крыльцо сделать, и жилплощадь, и такое. Главное, чтобы кракены эти твари не появились и не убили нас. Они могут очень легко появиться. Они даже меня могут убить с самой ультиматумной броней моей. Для них это... Фу, расплюнуть. Это как Диме потерять все ресурсы. Не, я тут уже аметист. Расплюнуть легко. Я уже тут аметист нашел. О, молодец, из него можно такую броню классную сделать и инструменты. Он лучше алмазов, между прочим. Да, вот меч 15. А у меня скоро закончится стекло, хотя оно мне сейчас очень нужно. Оно нужно очень. Понимаешь, Дим? Да. Это защищенный остров. Я, может быть, так назовем? Как назвать серию, Дима? Защита Крыма. Защита Крыма? Хорошо. Ну, мы строим защиту Крыма. По крайней мере, да? Да. Ну, стёклышки ставим. Я обожаю выживание на островах, честно говоря. Знаете почему? Потому что ты живешь не в созданном Майнкрафте мире, как бы так, а в собственном острове, который ты сам строил. Не так, чтобы прихватизировался такое. Вокруг только вода. А все это ты сам создал. Сколько энергии нам пришлось потратить, чтобы сделать вот все это, представьте себе. А, здесь нету. Ну, имеется в виду, сколько переплавить песка, сколько собрать этих ресурсов. У меня все переплавилось, приколись. И все равно его может не хватить. Ну, песка много, тут пустыня.
Смотрите, пол, открытая крыша. Ужас, а у меня тут все, один стак песка и все. Короче, я сделаю, знаете как, вот так, по-хитрому. Я вот здесь сберусь. Вот так сберусь. И покрою это не треугольничком, как я обычно делаю, а вот так просто покрою. Надеюсь, у меня это получится сделать. Я думаю, получится. Но мне все равно может не хватить этого чертового стекла. А я не хочу плыть туда и добывать опять песок, опять переплавлять. И так столько энергии потратили, столько угля потратили на всю эту. Представляете, какое количество угля? Просто ужас. Вот так просто закрою вверх. Вообще, в идеале я бы хотел, чтобы здесь вообще цвели растения на крыше, цветочки. Но тогда мы не будем видеть небо, а это нехорошо. Ну, еще подниматься на небо тоже не хочется. Мы будем как в большой, огромной тепличном Крыме. Понимаешь, Дим? Да. Хорошо, ты понимаешь. Что-то там все бур-бур-бур-бур-бур-бур, ни хрена не работаешь. Давай ресурсы притащи сюда в сундуки. Все себе, жадина. На. Нет, я наоборот собираю. Кстати, про жадину. У меня вот чуть-чуть совсем не хватило стекла. Мне нужен песок срочно вообще. Понимаешь, Тим? Ну, песка здесь нету, шах. Понимаешь, срочно, это значит очень-очень быстро. Мы почти достроили Крым, а у нас чуть-чуть песка не хватило. Где-то тут я ставил песок, я помню. Вот, 7 стекла, ну 7 не хватит. Нужно еще совсем чуть-чуть, вообще милипусеньку. Вот 10 песка есть здесь. Так, кто-то весь песок забрал. А тут весь всего 10, наверное, и было. Ну вот 10, надеюсь, хватит. Так. Вот здесь дождик капает. Ну ладно, я его потом заделаю. Сколько здесь нужно будет? 3. Не, 10 даже не хватит. А, у нас 17 же будет. Мне 17 может хватить. А, рыбу надо пожарить, че это? Так, все остальные печки можно загриферить. Они нам особо не нужны пока что. Ну, по крайней мере, в этом месте. Теперь нам нужно сделать из дубовых досок полы. Ну, можно лучше из полублоков. А, да, хороший идея. Дима, ты гений. Димыч, гений. Вы знали это, ребят? Я крышу делаю из полублока. Если вот так поставить. Отлично вообще, супер, супер идея. А если сверху еще один блок поставить? Прикольно будет смотреться. Не, давайте, короче, сделаем вот так. Видите, у нас тут камень, все такое, земля. Мы ее поменяем на полублоки. Пока жарится это. Земля. Вот так. Если бы Дима мне еще помог, было вообще классно. Зря мы тут булыжником, конечно, понаставили. Ну, ничего страшного. Дима, выходи, помогай мне. Ты мне очень нужен. Сейчас какой выход найду. Мне нужно очень много полублоков еще сделать. Надеюсь, мне хватит пока. Какая-то глубокая шахта. Хотя мне кажется, это немножко плохая идея. Потому что, смотрите, если мы здесь поставим... А, нет, все, отличная идея. Дима, быстрее. Help me. Help. Я иду. Да я выход не могу найти. Я тебе говорил, не заморачивайся, не копай так глубоко. А то не, я пойду, я сам по себе. Да, Дим? Честно, выход не могу сейчас. Его искать.
по лестницам вверх и все. Я понимаю, что я немножко криво ставлю, ну как бы да. Если бы Дима мне помогал, я бы гораздо быстрее все это сделал бы. И закрыл бы наконец этот дождливый капающий вверх. Так, пойдемте закроем вверх, а, дорогие друзья. Для этого мы возьмем доски и поднимемся вот сюда. У нас уже еда кончается, понимаешь, что это значит? Так у нас там же семена пшеницы же были, могли бы все. Ну нам уже пора обустраивать, сажать все там, все такое. У нас одного стекла не хватает. Ужас. Ровно один песочек нужен. Я ненавижу этот мир. За что? За что? Вот ровно одного не хватило. Закон подлости. Одного песочка, одного стеклышка не хватило. Вот на эту дырочку. А не, двоих. Два-два. Боже мой, тут нужно, что-то да, я вот знаю, где примерно есть. Вот здесь она внизу есть. Но я его копать остерегаюсь, так как может затопить ему. Где ты за что? Выходи давай, залезь туда. Вот это, ну, вот. Ай. Тебя не затопило? Ну это хорошо. Могло бы затопить. Так, все отлично. Все, 5 я добыл. В принципе, пока пусть будет 5. Нужно больше, конечно. Ну пусть пока плавится, да, Дима? Да. Да. Давай, иди ко мне. Ты мне очень нужен. Мне еды опять. У меня есть 5 жареных рыб. Ну из них я сейчас одну схаваю, как минимум. 2 схаваю. Я тебе могу дать еще. У меня голода нет. Как у тебя голода нет? Я не включал мерную сложность. Кто это меня пнул? А, на, ешь быстрее. Кушай. О, аметистовый стал крутой. Развился. Молодец, конечно. Но ты мне не помогал строиться. Ты понимаешь, так, что это плохо? Куда можно положить это? Что? Голода у меня, золотой блок. Блин, я что-то туплю, я тут ставлю блоки. Золотой блок? Ну там, где другие промышленные ресурсы. Вот сюда. Вот где я прыгаю. Изумруд. Вот сюда. Сюда еда ставится. Сюда очень дорогие ценные вещи, а сюда ставится все остальное. О, железо. А, я случайно забрал железо. Стекло мне нужно. Стекло, где эта хрень, дырка? Дырка. Я тут дырки устраняю, приколись. Смотри, ты никуда не уходи, ты мне очень сильно понадобишься скоро. Понял? Да. Мы будем менять пол в квартире. А где вторая дырка? Вот вторая дырка. Не любишь ты менять полы, походу, да? Дима. Чему? Не знаю, ты так неохотно выходил. Смотри, что будешь делать. Я тебе даю полудоски. На. Вот смотри. Я сейчас покажу, как надо. Вот я вот так копаю по кругу. Видишь? А ты вот так аккуратно поверху. Нет! Чё ты рукой? Вот аккуратно поверху. Ну что ты делаешь? Так я собирался ставить вот сюда вот. Вот так аккуратно по кругу и ставишь. Все. Не ломай стекло! Блин, за что? Стой, уходи! Я тебя убил. Зачем ты сломал стекло? Мне и так его... Очень-очень мало. Я еще и упал. Ой, блин. Еще и в воду упал. Вот ползаю тут под зданием. Как бомж.
Ужас. Ужас, а что ты так? Взял, сломал стекло. Священное стекло. Господи, Дима. Дима. Так сейчас добуду и все. Дима, ты где? Так я на острове появился. Забери свои вещи, я их собрал. Пока они не пропали. Зачем ты сломал стекло? Зачем ты все это испортил? И настроение испортил. Блин, плохо как. Ну ладно, сделал так сделал, ничего страшного. Поехали дальше. Димыч, давай сюда, я тебе все отдам. Извини за то, что убил. Да я уставший, говорю уже, после работы вообще. Я специально убил. Я же говорил, я после работы. Ну, ничего страшного. Сделал так сделал, ничего страшного. Где ты? Иди сюда. Так песок же есть, песок можно переплавить. Чё тут еще сломал, так сломал. Еще можно переплавить. Откуда у тебя песок? Ну, на острове же добыл. А мне лень было до острова, у меня чуть-чуть оставалось. На. Это все твое. Ты не видел, как я два куска песка мне не хватило? Я бежал за ними, черти куда. А что у тебя еще было? Да а, факела, помню. Наверное, тоже твои. Что еще? Уголь. Дима. У меня, по-моему, еще красная пыль была там. А, красная пыль. Все вроде. Так, смотри тогда, короче, так сделаем. Мне ничего не нужно. Что? На остальном мне ничего не нужно. Так, смотри, знаешь, как сделаем? Подумать надо. Как мы будем дальше обустраивать? Я, короче, здесь делаю фермы, все такое. Все развитие наверху. А ты, наверное, просто копаешь шахты. Полезные ресурсы. Хорошо? Угу. А ты не обижаешься? Нет. Ну, серьезно? Я после работы уставший. Не, все равно обижаешься, да? Я не обижаюсь. Да просто ладно. Уставший. Вот, дорогие подписчики, скажите, он обиделся за то, что я так сделал? Наверное, обиделся. Я бы обиделся тоже, наверное. Ведь, в принципе, ты не хотел ничего портить. Просто так получилось. А я взял тебя и убил. Какой плохой ежик. Я ж повторяю, я устал. Отдохни. Майнкрафт это отдых. Ай! Взял не туда, поставил. Тоже молодец, конечно. Так, смотрите, знаете, вот так мы и оставим. Вот тут по краям будет, короче, эти. А, нет, мы так не оставим, нифига. Мы, короче, еще вот так сделаем. Короче, весь камень мы превратим в этого. Ты понял? Mm-hmm. Что? Чё ты обиделся? Ты не обиделся. Чё ты дуешься, тут дуется и дуется. Ты не дуешься. Дуется. А щечки надул, наверное. Подумаешь, замочили тебя киркой. Ну, или мечом. Какая разница. Дима. Да что? Что ты добыл ценного? Только аметист. Только? Ничего себе, только аметист. Это что, мало? Это же много. Аметист это круто. Сделай аметистовую мотыгу. Мне она скоро пригодится очень. Так, давайте двери создадим. Где у нас верстак? А, вот верстак. Блин, еще и Диму ругал. Теперь я сам начал тупить. Ты меня сбил с позитивного настроя. Я думаю, 4 двери нам вполне хватит. Дима же не настолько широкий, чтобы 4 двери не влезть, да? Можно железные двери сделать. У тебя железа много? Да, нормально. Ай, Дима, мне нужна земля. А, вот, нашел.
У меня Кто-то... земли нет. Ты слышишь, как у меня сверлят тут дебилы какие-то, а? Видно, ремонт затеяли в квартире. Да, уроды. Это не в квартире, это внизу, уроды, магазин. Ну ладно, давай, короче, заканчивать серию. Ну, пока сверлят, потом мы начнем, когда они закончат. Они, наверное, скоро. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, за эту серию. Мы построили вот такой купол. Случайно из-за того, что там, не знаю, вырвалось, поругались с Димой, бедный Дима. Мне, конечно, очень жаль, что с ним поругались. Ну, теперь вроде помирились. Да, Дим? Вот наш Дима, а ты чё? Меня не слышишь? Да, слышу, слышу. Ты не помирился, значит, да? Да помирились, мы не ругались, ничего. А, мы даже не ругались. Ну окей. Ладно, все, мы сделали купол. Теперь кракены нам не опасны. Мы здесь в полной безопасности. Ну, кроме Димы, который там от скелетов прыгает в лаву. Ну, всем спасибо, всем пока-пока. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и так далее. Вы все знаете, что надо делать. Пока, Дим. Что ты молчишь? Пока. Всем пока.